Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Али Топ. На сегодняшний обзор ко мне попали свеженькие 2017 года Bluetooth наушники с сайта AliExpress. Многие современные смартфоны уже не имеют привычного всем 3,5-мм разъема, поэтому производители наушников все больше уделяют внимание беспроводным Bluetooth наушникам. Данную модель я купил по двум причинам. Во-первых, она только недавно появилась на AliExpress. Во-вторых, данные наушники рассчитаны для занятий спортом, поэтому в ушах держатся крепче и не выпадают. И в-третьих, данный бренд делает только Bluetooth гарнитуры, наушники и микрофоны. Сразу в глаза бросается приятная упаковка с плотного картона. Внутри находятся сами наушники и дополнительная периферия. А это три комплекта сменных резинок разного размера, USB кабель для зарядки, небольшой чехольчик для хранения наушников, инструкция на английском и какая-то бумажка с надписью «Сертификат качества». Эта модель ориентирована для занятий спортом, благодаря тому, что имеет дополнительные силиконовые крючки, которые хорошо удерживают наушники в ушах. С левой стороны расположен пульт управления, в нем также находится микрофон, аккумулятор и разъем для зарядки. Что касается управления, то здесь три кнопки. При зажатии центральной можно включить и выключить наушники. Также эта кнопка отвечает за паузу play и ответ на звонок. С помощью боковых кнопок можно регулировать громкость и переключать треки при зажатии. Провод с виду довольно прочный и вызывает доверие. Посередине есть резиновый ограничитель, с помощью которого можно изменять длину или вовсе снять его. Сами наушники выполнены с алюминия с пластиковыми вставками. В целом довольно неплохой внешний вид. Я ходил с этими наушниками каждый день на протяжении недели и немного протестировал их. В них установлен Bluetooth 4.1. Сразу после включения автоматически коннектится к смартфону буквально за 4-5 секунд. Производитель заявляет время работы 5-6 часов. Но здесь вопрос в том, на каком уровне громкости они делают свои замеры. На 80% громкости данные наушники продержались у меня 4 часа. Но по правде скажу, что наушники очень громкие и больше 80% я никогда их не слушал. Полностью зарядить их можно всего за 1 час, а 15-минутная подзарядка от пауэрбанка продлевает жизнь где-то на 1 час прослушивания музыки. В ушах действительно очень хорошо держатся и не выпадают, по крайней мере в моих ушах. Что касается звука, то здесь все очень ожидаемо. Звучат они в пределах своего ценового сегмента, не больше и не меньше. Ничего выдающегося, но тем не менее звук приятный и для занятий спортом более чем достаточно. Стоит данная модель $19 и свою стоимость полностью оправдывает, несмотря что это Китай. Кому интересны данные наушники, ссылку на них я оставлю внизу в описании под этим видео. На этом все, друзья, и у меня к вам один небольшой вопрос. У меня есть еще одни наушники, которые стоят всего $3, но звучат просто офигенно. И мне реально хочется про них рассказать. Пишите в комментариях или ставьте лайки этому видео, если вам интересно, и тогда я сниму коротенькое видео про них. Также не забывайте подписываться на канал, будет еще много интересного. Удачи вам и хорошего настроения. Увидимся.